Всем привет, ребята! Нам дали задание, нам нужно создать аватар нашего партнера. Какое партнера вижу образ себя? Ну, это думает, мужчина или женщина. Ну, я вижу партнера такого. Возраст от 30 до 50. Возможно, ну, который умеет коммуницировать, общаться, общительный, за которым идут люди, которые уже где-то были в каких-то проектах, компаниях, возможно, был непечатный опыт, и он ищет что-то новое. Как раз такие партнеры мне нужны. Коммуницированные, общительные, которые не ноют, которые задают вопросы, умные вопросы, не глупые, и которые готовы трудиться и зарабатывать вместе с нами. Вот такие мне партнеры нужны. Да, такие.